Мультимедийный проект, который мы сейчас с вами посмотрим, он посвящен не очень обычной, на первый взгляд, теме угля. Это ключевая тема, вокруг которой закручены видео, фото, инфографика, интерактивный калькулятор. Это собрание историй, это аналитика, то есть совершенно различные материалы, которые с разных сторон раскрывают как саму тему угля и его роль в экономике страны, в данном случае Соединенных Штатов Америки, так и раскрывающие истории жизни тех людей, которые находятся внутри этой индустрии, которые живут в тех регионах, где ключевую роль в экономике играет именно уголь, и то, как уголь влияет на окружающую среду и на людей, собственно, в стране. То есть вот выбирая ключевую тему, мы можем ее с разных сторон рассмотреть, с разных сторон реализовать, и уже в зависимости от того, какую информацию мы хотим донести, какую мысль мы хотим донести до нашего читателя и пользователя, уже в зависимости от этой мысли, от этой цели, мы выбираем форматы, мы выбираем то, в каком виде будет представлена информация и какие данные мы будем собирать. И здесь очень важно, что мультимедийный проект – это сочетание форматов. Это никогда не иллюстрирование готового газетного либо журнального текста с помощью видео и аудио. Когда мы будем рассматривать в следующем уроке планирование, процесс планирования мультимедийной истории, мы увидим, что работа и планирование визуального контента, оно идет впереди написания текста.